Я пошла проверять кроликов. Кролик, блин, вернись. А вы молодцы. А тот кролик дебил. Да, вы супер кролики, вы молодцы. Вы крутые кролики. А тут еще круче. И куда ты побег? И вот куда ты побег? Сам такой. Я хотела рассказать о четверых кроликах из экоцентра, которые тоже сейчас живут у нас, но вот пристраиваться. Три белых гуся и один вот такой гусь. Гусь, блин, побегун. Ой, тут сидеть на ручках и не рыпаться. Не догнала. Сейчас мы тебе в переноску посадим. Очень злой гусь. Уж почти как заяц. Только мраморный заяц. Половина тебя темная. Ты видел? Да? Это все самцы. Самцы это все. Оставлять я их не планирую, разве что вот того беленького веслоухого. Он меня покуряет активно. А остальных пристраивать. Они беленькие, голубоглазые. Это типа а-ля домики. Но мы здесь не живем. Мы живем в доме. Тут мы только выгуливаемся. Привет! Прекрасный зверь. Ну, ты хотя без побегов, да. А вот тут гад убежал. Тебе привет. В общем, разбирайте мальчишек. Они ищут самые-самые добрые ручки. Они уже натренированные. Они уже как спецназ. Как вы видите. По крайней мере, один. Точно. Мне за тебя стыдно. Хотя, может быть, и не он один.